Компания «Асуль» представляет. Идея Криса Морены. Катрин Фулоп, Фернан Мирас. Артура Бонин. Мартин Сифилд. Луизиана Лапиата. Бой Олми. Бенджамин Рохас и другие. Поражение сродни катастрофе. Это урок жизни, но он отнимает у нас силы. Мы остаемся одни, как в глубоком космосе. Я жду ответа. Что вы делаете с такой тяжелой сумкой в коридоре? Там у нас книги. Книги? Да, нам задали сумасшедшее задание по этике и философии. Да, я в курсе. Это будет моя первая работа в вашем колледже. Я сказала себе: Мариса, ты должна сделать ее блестящей. На зависть всем остальным. Позвольте, что за книги? Что это? Пакетики от чипсов, грязные тарелки. Прекратите смеяться, отвечайте. Где ваши книги? Что это такое? Это всего лишь шутка. Шутка? Нам просто нужна была большая сумка. Здесь маленькие шкафы, одежда не помещается, понимаете? Сеньорита Спирит, я не люблю шуток, я вас прошу. Хватит думать о чипсах и о тряпках. И сконцентрируйтесь на учебе. У нас высокие требования. Здесь учатся лучшие люди. Это вам ясно или нет? Да. Ловко я его. Начо, тебя никто не должен видеть. Ладно, а где еда? Потом принесу. Сейчас! Потом! Нет, сейчас! Я потом принесу. Я внимательно прочел твой труд. Меня удивил твой уровень знаний. Ты очень умный парень. Наблюдательный. Спасибо. Я взял на себя смелость дополнить твое исследование. Спасибо. Это все. Что ты можешь сказать? Спасибо. Спасибо. Вот и все? Нет. Простите. Я лишь могу добавить, что если вам нужен помощник, то я сочту за честь работать на вас. Нет. Закончи учебу, а поработать ты всегда успеешь. Я могу быть полезным. Не сомневаюсь. Но сейчас у тебя другие задачи. Удачи. Нестор решил провести расследование. Нестор – журналист. Бустаманте посадил брата Начо. С кем ты теперь живешь? Один. У тебя никого нет? Мне помогал священник, но его задергали полицейские. И я сбежал. Почему? Потому что меня хотели отправить в дом для сирот. Приют?
Мне сказали, там кошмар. Точно. Он еще мал, чтобы жить одному. Теперь я с Нестором, он меня не бросит. Да, пока его нет, кто будет тебя кормить? Ты? Так Нестор сказал. Очень мило. Нет, ты не можешь тут оставаться, это безумие. Его найдут. Мы не сможем прятать его так долго. Ну тогда я пошел. Помолчи. Девочки, на пару дней мы его приютим. Начо, ты никому не должен показываться. Я все понял, я же не малявка. Тут у вас классно. Здорово! Папа, какой сюрприз! Ты застал меня в таком плебейском виде. Я забежал на 5 минут. Как дела? Отлично. Ты уже сделала работу по экономике? Нам задали только по этике. Да? По этике? А мне сказали по экономике. Кто сказал? Мануэль Агирре. Что у тебя общего с этим животным? Он был у нас дома. Он восхищается нашей фирмой. У нас дома? В своей дешевой одежонке? Мия, не смей судить людей по их внешности. Или происхождению. Папа, ты не знаешь, что он за человек? Я его хорошо успела изучить. Он жених Фелиситас. Да, это его сильно принижает. Здравствуйте. Привет, как ты? Хорошо. Я беседовал с твоим женихом. Он замечательный. Славный парень. Вы его еще плохо знаете. Пока. Пока. У нее противоположное мнение. Фелиситас так ему увлеклась, что сама поглупела. Если Мануэль такой положительный, как ты говоришь, зачем он выдумал работу по экономике? Объясни. В этом ты права. Зачем? Проверь дома, все ли вещи на месте. Нет, он не похож на воришку, Мия. Папочка, не пускай его больше. Ты пришел? Да. Я 100 раз собирался повернуть. Почему? У тебя более интересные планы? Нет, нет, но... Я ненавижу лгать. Тем более друзьям. Я тоже, Томас. Но я не могу совладать со своим сердцем. Ты тоже обо мне думал? А что? Отвали. Тебя никто не приглашал. Зачем тебе мой отец? На всякий случай. Что тебе нужно? От тебя ничего. Больше не подходи ни ко мне, ни к моим родным. Привет. Отвали. Ты видел? Строит из себя девушку с характером. Не дотрогу. С характером. Только с мерзким. Она нарочно меня провоцирует, вызывает на соревнования. Я принимаю вызов. Победа за мной. От такой победы я бы повесился. Ходи, Начо.
Голова чешется. Ну-ка, покажи. У тебя что, вши? У тебя вши! А что это? Какая гадость! Я умею их вычесывать. Не трогай мои волосы. Если от них не избавиться, мы все тут заразимся. Ну а что? Что за крики? У Начо вши, и он этим гордится. А я буду гордиться моей работой. Начо, благодаря тебе я утоплю Паблито в дерьме. Каким образом? Моя работа по этике никого не оставит равнодушным. Особенно клан Бустаманте. Отлично, а пока мы все тут завшивеем. Поприте его нагло, и все. Он оценил мою работу. И сделал мне ручкой. Радость моя. Помочь тебе с математикой? Нет, спасибо. Ты сердишься? Да. Прости меня. Если тебе так дорога Мариса, дружи с ней. Ты опомнилась? У нас снова все хорошо. Мануэль, тебя приглашает директор. Что я сделал? Скоро узнаешь. Что им нужно? Боюсь, ничего хорошего. Вызвали? Не я один. Мы с сеньором Калуччи хотим знать, зачем ты выдумал работу по экономике, которую никто не задавал? Ты хотел проникнуть в мой дом? С какой целью? Мы ждем ответ. Заходи. Я солгал насчет задания, но я правда восхищаюсь вами. Сядь. Да. Ясно. Но зачем было выдумывать то, что легко проверить? Чтобы доказать, как меня интересует эта тема. Ты выбрал неверный путь для доказательства. Я лелеял надежду получить работу. Ученики элитного колледжа не работают, они учатся. Мне нужны деньги, мама не может мне помогать. Я прошу прощения. Извините меня. Это не оправдание. Я не оставлю это безнаказанным. Да, я солгал. Поймите, это мой единственный шанс закончить учебу. Я прошу вас закрыть глаза на это. Это маленькое недоразумение. Но нельзя наказывать за стремление преуспеть в жизни. Да. Иди, Агиры, иди. Спасибо. У вас есть его история? Да, конечно. Сеньор Калуччи, не придавайте большого значения его словам. Мальчишки вечно выдумывают не весь что. Можно? Вообще-то это... Но вам, разумеется, можно. Спасибо. У меня достаточно материала, чтобы заполнить две страницы экстренного выпуска школьной газеты. Горячие свечи. Ковер на полу. Лепестки роз. У Томаса был магнитофон? Как это романтично. А чьи это духи? Они мне знакомы. Итак, что для меня этика? За эту работу мне дадут высший балл или выгонят? Прекрасно. Что с тобой?
Ничего. Ты кого-то нашел? Для чего? Для танцевальной группы. Ты забыл? У меня голова занята другим. Все равно нас слишком мало, ничего не выйдет. Оставь меня. Еще как выйдет? У нас одна Лухан 10 стоит, и я 5. Я даже не знаю. Завтра репетиция. И там я намерена уесть Мию по полной программе. Я как никогда желаю ей провалиться. Считай, что нас двое. И я тебя обожаю. Если от вшей вовремя не избавиться, то они сожрут все твои волосы, и ты останешься лысым. Привет, Луна. У тебя случайно нет маленького черного кассетного магнитофона? Нет, нету. Нет, а у кого есть? А что? Он валялся в коридоре, и я решила предупредить хозяина. Значит, это не ваш? Ну, спасибо, пока. Вы закончили сочинение по этике и философии? Пусть кто-нибудь соберет их и положит мне на стол. Я надеялся на глубокий труд, а не на отписку в 2 листочка. Что это? Отлично. Вот пример для подражания, я удивлен. Вы слышали? О чем твой труд? Сюрприз. Синдром Супермена. Забавно. Я ее прибью. За что? Она явно написала обо мне. Почему? Она иногда называет меня Суперменом. У тебя мания величия. Вика, надо поговорить. Томас, послушай. Проходи. Мне нужна твоя помощь. Помоги мне. Потом. Нет, сейчас. Мне нужна информация про Мию. Ты давно с ней знаком. Что ты хочешь знать? Все. Что она любит? Какими духами пользуется? Иди и спроси у нее. Я не могу. Когда я ее вижу, у меня язык отнимается, в висках стучит. Все парни по ней сохнут, а ей никто не нужен. Я все о ней разузнаю и подскочу. Повторяю, ей никто не нужен. Повторяю в последний раз. Ей никто не нужен, кроме такого шикарного мужика, как я. Может, поспорим? Насколько? Индеец, белое перо. Здесь никого нет. Что ты хотел мне рассказать? Вика, разузнай, что затевает Мариса. Не хочу. За что ты так? За что? А ты не догадываешься? Ты устраиваешь праздники другим, а меня зовешь, когда тебе что-то нужно. Нет, это не так. Нет, это так. Вика, я не привык выставлять чувства на показ. Но я выбрал тебя. А я выбрала тебя. Среди многих поклонников. Я их не боюсь. Напрасно. Да, назови имена. Мы с тобой не в суде. Вика, ты сводишь меня с ума. Я не подаю вида. Но это чистая правда, даю слово. Я целыми днями думаю только о тебе. Я не должна тебе верить. Отчего же? Ну? Ты мне поможешь? Да, ладно. Но вряд ли она мне расскажет. Мы не дружим. Но наверняка есть какой-то выход.
Только не с Марисой. Я знаю. Что? Луна. Она перекати поле. И нашим, и вашим. К тому же дурочка. Зато ты у меня просто гений. И если она знает, я из нее вытяну. Поэтому я тебя и полюбил. За красоту и за ум. Мия, как дела? Я отбирала в группу только самых талантливых. Прекрасно, потому что в этом году мы непременно должны блеснуть. И мы блеснем. Девочки, за работу. Это не развлечение. Танцевать — это не просто покачивать бедрами. Это оттачивать каждое движение. Нет, не так, выше подбородок. Девочки, от имени дирекции я взываю к вашей ответственности. У нас запланированы несколько важных мероприятий. И вы — лицо нашего колледжа. Пусть попляшут, но под мою дудочку. Гребешок? Средство от вшей? Очень интересно. Новый материал для экстренного выпуска. Девочки, я горжусь вами. Хоть сейчас на большую сцену. Как вам понравилось? Я не ожидала такого уровня. Значит, теперь у нас две танцевальные группы. Кто хочет, может перейти к нам, только помните, у нас нехватка кавалеров. Это недопустимо. А мне понравилось. Регламент запрещает содержать две танцевальные группы в одном колледже. Нет, нет такого регламента. Скоро появится, мы уходим. Мия, прекрати. Радуйся вместе со всеми. Для меня это не развлечение, а тяжкий труд. Я отдала ему 3 года. До официального ответа никаких тренировок. Уходим. Какие страсти. Ребята, наша группа не сдается. Громче музыку. За дело! Вика тебя простила? Конечно, простила. Она у меня в кулаке. Да? У вас все хорошо? Как всегда, отлично. Зачем она тебе нужна?
За тобой вся школа бегает. В этом весь секрет. Когда ты один, безлошадный, девицы и не смотрят в твою сторону. А когда у тебя постоянная девушка, они все тут как тут. Кстати, я запряг Вика в работу. Она должна разведать тему работы Марисы. Она подкатит к Луне. Такая серая мышка. Да-да-да. Если я верно угадал, Марисе не позавидуешь. Что такое? Кто-то пошутил. И наверняка сбежал. Мне показалось. Что? Нет, ничего. Пустяк. Дай-ка. Дома я бы приняла ванну с благовониями, джакузи. Славный у тебя парень. Если бы мой станцевал с другой, я бы живо его отшила. Ты сама призывала меня к спокойствию. Да, Феликитас, но не до такой степени. Как я тебя? За что ты так со мной? Ты не видишь, как сильно я тебя люблю? Феликитас, если я тебе не нужна, так и скажи. Семь часов. Массаж. Антицеллюлитный крем. Каприз дня. Киви. И красная черешня. Мариса опять устроила цирк? Она тоже хочет танцевать. Да, конечно. Кстати, ты видела ее работу по этике? Да. А что? Интересно? Да, но пока что это секрет. Я знаю, о чем она написала. Откуда? Я открою тебе тайну, только никому ни слова. Пабло меня убьет. Он читал эту работу. Зачем? Там все про него. Да, про него. Все действительно настолько круто? Или он выдумал? Нет, не выдумал. Я все знаю. О чем? О нашей несравненной первой леди, Мия Калуччи. Она тащится от Мадонны, любит киви и красную черешню. У нее весь день забит массажами, маникюрами. Ты профессионал. Кстати, мы не заключили пари. Какая ставка? Ты не передумал? 200 баксов. 200. Гида, сколько бы ты ни пыжился, ты ее не получишь. Почему? Они с Пабло созданы друг для друга. От Бустаманте еще никто не уходил. Да, от меня тоже. Ради тебя я на все способен. Простите, сеньор. Из агентства прислали информацию об этом мальчике. Спасибо. Принеси мне чай. Если ты не занят. Нет, нет, сеньор. Сейчас принесу. Или сегодня, или никогда. Где папка? Где? Вот.
Где тут Линарес? Глория, в течение часа я никого не принимаю. Простите, но директор занят. Что за вторжение? Нам необходимо срочно решить вопрос насчет танцевальной группы. А, хореография. Что у нас с танцами? Слушаю. Прошу прощения, ваш чай, сеньор. Ну что? Вас заинтересовало... Его биография? Отец Мануэля трагически погиб год назад. Самоубийство. Бедняга. Мальчик-сирота? Нет. В Мексике у него мать и сестра. Он учился в престижной школе. Зачем приехал сюда? Странно. Почему он выбрал колледж, который находится так далеко от его дома? Не знаю. Агентство предлагает выяснить причины самоубийства его отца. Я позвоню? Нет. Мануэль и так много пережил. Я послал Вика к Луне час назад. Может, та молчит? Так-то ты меня ободряешь. Ты разузнала? Ты угадал. Работа про тебя. Это я и так знаю. Мне нужны детали. Луна сказала, что это тебя погубит. Нет. Она не знает, с кем связалась. Пабло, не кипятись. Пабло, Томми прав. Ты ничего не изменишь. Осторожнее. Прости. Тебе все из рук валится. Извини. Я за тебя переживаю. Твои враги — это мои враги. Чего еще от нее ждать? Любой пакости. Я ее остановлю. Нет. Мне надо подумать в одиночестве. Наконец-то мы одни. Начо! Начо, ты куда спрятался? Где ты? Выходи! Что ты там делаешь? Не смей выходить на улицу! Иди сюда, балбес! Однажды ты себе башку расшибешь! Ты соображаешь? А что? Не смей больше вылезать в окно, это опасно! Послушай, тише, если тебя увидят, все пропало! Я был на разведке! Кто? Это я, Вика! Скорее прячься под кровать и сиди тихо! Да? Пабло ждет тебя в парке на скамеечке. Подождет. Пока. Это важно. Для него, а не для меня. Кто это? Я. Разговор о твоем женихе меня... Неудивительно. Пабло знает, что ты его избегаешь. Если ты его боишься, то... Я? Я боюсь? Не дождетесь. Ими так легко манипулировать. Луна, решайся. С кем ты? Я уже давно все решила. Да, ясно. Ты перебегаешь к Марисе, не так ли? Нет, я с тобой. Я тебе обещала. Поздравляю. Ты на верном пути. Девчонки, экстренный выпуск. И что же? Любовное приключение в колледже. У Томаса появилась тайная подруга в кавычках. Да. Не может быть. Я обожаю любовные истории. Томас был замечен в коридоре цокольного этажа с магнитофоном под мышкой после концерта романтической музыки.
Когда наблюдатель проник в комнату, откуда вышел Томас, то обнаружил там крайне интимную атмосферу и аромат женских духов. Кто его поклонница? Можно дальше я? Внимание! Держитесь как можно дальше от бесплатных учениц, которые обладают целым букетом достоинств. Ты только не обижайся. Нет, а что такого? Среди которых можно особо выделить вшей. Наблюдатель обнаружил средства от вшей в комнате Марисы, а также гребешок для вычесывания, вшей и гнит. Я брезгливая. Это не у тебя вши? Нет, это вообще не имеет к вшам никакого отношения. Это средство от моли. Мариса вчера поймала две штучки. Читай дальше. Последние новости. Среди нас затесался частный детектив. Разумеется, это Гидо Лассен, который повсюду сует свой длинный нос. Автор, конечно, негодяй, но в чем-то он прав. Это не все. Что понадобилось Гидо в комнате Мии? Я тебя везде ищу. Зачем? Я точно знаю, что это ты делаешь газету. Еще раз. В ней появится мое имя, и я тебя всем заложу. Я тут ни при чем. У тебя развелась паранойя. И не лезь куда не надо. Ты меня понял? Я тебе покажу. Что ты делал в моей комнате? Тебя послал Мануэль? Не трать время на оправдание. Я сама с ним разберусь. Богиня. Ну, чисто богиня. Если она так хороша, когда сердится, то какая же она в постели? Скоро узнаем. Я здесь, но у меня нет времени выслушивать дурости. Здесь только одна дура, это ты. Со мной шутки плохи. О чем ты? О чем? О твоем сочинении по этике. А доказательства? Скоро будут. Я и забыла, что твой папаша мастер скупать всякие фальшивки. Пусти мне больно. Я только начал. Тебе не жить, Мариса. Ты ненормальный. А ты меня не зли. Скотина! Нет, Начо! Нет! Не трогай ребенка, дубина! Где он? Откуда он взялся? Я впервые его вижу. Я его не знаю. Ты назвала его по имени. Я сказала Начо, а могла сказать Качо, Панчо. Я не верю. Твои проблемы. Нет, твои. Если не хочешь, чтобы о нем узнал директор, забери сочинение. Что? Что слышала? У тебя есть полчаса. Если не хочешь, на ковер к директору. Что делать? Что это? Пабло, колись. Как Мариса? Лучше, чем я ожидал. Я встретил кое-кого. Да? Кого? Это не важно. Как бы Марисе не было противно, ей придется послушать Паблито. Я так и знал. Это надо отпраздновать. Да, и не только это. Почему ты скрыл, что был на свидании? Просто ты был занят разборками с Марисой, и тебе было не до меня. Ладно. Говори, кто она? Нет, Пабло. Пока у меня не завяжется серьезный роман, я бы хотел сохранить это в тайне. Среди друзей нет секретов. Кто она? Эй, Томас! Я же твой лучший друг. Мне-то ты можешь открыться? Мариса, ты скоро ковер протрешь. А вдруг Пабло его ранил? Или иначе сбежал от страха? Его напугаешь. Истерика ему не поможешь. Мальчишка не такой видел. Он скоро объявится.
А тут еще проблемы с сочинением. Двойка? Пусть не ждет, что я так просто сдамся. Опять этот Супермен, я ему... Вот, твое сочинение. Бустаманте сказал, ты хочешь его дополнить. Прости, папа. Я проиграл бой Калуччи. Но я им отомщу. Клянусь. Поговорим? Тебе сюда нельзя. Отвечай, чего ты добиваешься? О чем ты? Ты подлизываешься к моему папе, расспрашиваешь обо мне Феликитас, подослал ко мне Гидо. Господи, при чем тут Гидо? Интриган, враль. Скажи мне в глаза, что ты от меня хочешь? Ты что, язык проглотил? Что тебе от меня нужно? Довольно. Есть девушки красивее, интереснее тебя, и не такие тупые. Что ты делал в моей комнате? Тебя подослал Мануэль? Не трать время на оправдание. Я сама с ним разберусь. Богиня. Но чисто богиня. Если она так хороша, когда сердится, то какая же она, когда того, этого... Не трать время на оправдание. Я сама с ним разберусь. Ну, чисто богиня. Если Мия так хороша, когда в постели... О, черт. Ты так вжилась в роль, что везде лезешь, как твоя Мия. Это импровизация. Я не должна? Нет. Мариса, прости. Я почему-то решила, что сейчас мой выход. Поставим ее в угол. Вика, прости. Смотрите в следующей серии. Мафия в школе — это плод воображения. Уже было несколько страшных случаев. Я не боюсь фашистов. Мануэль, ты метишь в кандидаты. А по-моему, тебе стыдно, что обо мне все болтают. Перемена давно закончилась. Позвольте вам представить преподавателя по этике и философии Сантьяго Мансилья. Да, это я. Привет, как дела? Я, кажется, опоздал. Вы готовы приступить к занятиям? Отлично. Ну, держись. Прорвемся. Фильм озвучен телекомпанией Intercommunications. 2003 год.